Ой, у нас что-то подкралось, ребята. Так, отходим. К нему прикрепить такую штучку и добывать из него потихоньку фосфор и что-то там еще. Чё? Ужас какой. Я тебе скорее глотку перегружу, чем позволю от себя что-то высосать. Не хочешь послужить корову? Я не буду сосать, не говорю для этого. Не жизни, не кожи, не панциря. А вы меня еще доить хотите? Ладно, просто понавешиваем на тебя фонарик и сумки. Вроде еще орудие какое-то было, но не помню точно. Орудие на Раптора. А можно его засунуть в взрывчатку и отправить его как камикадзе? Я тебе взрывчаткой начиню, когда сюда и дожму на детонатор. Я же умный Раптор, не забывай. Единственное, что этот умный Раптор так и не научился тыкать носом на кнопки. Жаль. А вот ксеноморф, кстати, может. Надо посмотреть, будет в редакторе, почему он может это делать. Кстати, по-моему, даже это канон. В каком-то, помнится, в фильме они двери открывали. Jurassic Park. Конечно, они открывают двери. В Jurassic Park рапторы умели ручки поворачивать. Да, что-то там такое было. Ручек нету, увы. Парни, у меня, кстати, подписчик один спрашивал, как использовать жало, ну, чем отличается жало оболочки от ножа. Вы знаете, чем отличается, нет? Я видел, конечно, эту надпись, но я так и не понял смысла. Вроде бы, говорят, заражает оно, это жало. Конечно, заражает. Я могу использовать. А, оружие, блин. Оружие, да. Понятия. Вот у нас тут лежит жало. Но это я, который притащил. Его можно, по идее, как оружие использовать при желании. У нас есть коллекционит? Просто если есть коллекционит, давайте попробуем, что ли. Есть запас коллекционита, 6 штук примерно. Отлично. На ком проверять будем? На мне? Давай на тебе. Держите. Только смотрите, не убейте. Как-то легко ты дался. Я всегда даюсь. А зачем вы оружие-то достали, не понимаю? Я вообще-то еще не заражен. По мне еще не тыкнули. Ну. И не надо стрелять, просто полечим, вы что, ребят? В крайнем случае. Сразу таки дробовик на медь нацелить. Только заикнулся, что дам себя добровольно чуть-чуть. Так тебя сразу убить готовы. О, им только повод дай. Не волнуйся, тебя просто любят так настолько, что они хотят, чтобы ты бы не познал это участное участие. Не волнуйтесь, я не состою в церкви Хаса. Юг, ты его крестишь, что ли? Чё, блин? Точняк. Да, посмотри на эту анимацию. Да. Имя Айбу. Стоп. Ну чё? Ну чё, ножик берёте? Адрес это мне... из Динамо. Ну ладно, сколько ещё? Сегодня вы станете свидетелем того, как на человека он добровольно берёт контроль паразит. Мы изучим этот процесс. При необходимости... Так уже! При необходимости все его органы будут перед его... Ну чё, он заражён, нет? Этим не тыкай, тыкай ножом. Это и яйца Каликса, это не то. Я сам его тыкну сейчас. Если ты тыкнешь, я тебя пристрелю. Да, оружие у меня при себе. Рейвен, осторожно, отойди. Небольшая кровотечение, рваная рана, кровотечение. 10%. Камеру смотри. Он, походу, кровотечение. Нет. Отлично, не заражай. Рейвен, ты до чего умер, я тебя не бил. Да, все нормально. Я не знаю. Не, на всякий случай подойдите, посмотрите еще немножко. Все, хватит. Должен с одного удара, наверное, заражаться. Да черт его знает, что он вообще делает. Кстати, она кровотечение неплохое дает. Полезно. Она дала 20 кровотечения за 2 хита. 10% за один. Ну это крутое оружие для предателя, на самом деле. Ну, если бы оно заражало, действительно было бы. А так, ну, полезно. Да. Да, окей. Надо срочно квалифицироваться обратно. Значит, неправильно там подписчик написал, что заражает оно. Чё, отплываем? Ну, может плывать, в принципе.
проверю целостность предметов и присоединюсь. Пожалуй, из-за того, что я так легко даюсь, пожалуй, я куда больше, более лучший кандидат для домашнего рафтера, чем ты, Макс. Ты больно буйный. Я не буйный, я дефенсивный. Ой, а что тут с батарейкой? Почему она горит? Покопать что, есть где? Желание у кого-нибудь? Какая батарейка? Тут батарейка какая-то валяется. Я очень щиню батарейку. А, это, говорю, забаговалась такая штука. Это для костюма. Почему ой, она... у нас что-то подкралось, ребята. Ай. Так, отходим. Спокойно. Сохранять положение. Я что-то на нас напало. Ой, тут молотоклавы две штуки. Они что-то хасковые. Пока... Так, один да, готов. Пока... Еще что раптор. У кого какие любимые животные в Братравме? Не до этого пока, Дэн. Ну, тут нас едят. Минус. Аккуратно, там в иллюминатор могут залезть. Нет, все, пристрелил. Если залезут, я их убью. Я просто ловил момент, чтобы кто-нибудь... Проверьте передний балласт, он может быть пробит. Как-то не затопило. Я просто ловил момент, чтобы кто-нибудь... Затопило. Затопило. Все, случайно. Готово. Отлично. Еще один. Ладно. Передняя турелька не особо много патронов, если что. Что-то мы еще у меня дали... любимые это ксеноморфы, если из модов. А если так, то, наверное, тигры. Хм. Не знаю, мне чисто по виду нравятся молотоглавы. Они такие, не знаю, прикольные, что ли? Ну, они, да, прикольные. А мне больше нравятся эти здоровые, как их там, молохи. Вот. Молохи, медузы. Они прикольные. Медузы. Угу. Я ненавижу в реальности медуз, но в игре они прикольные. Может, потому что по ним стрелять можно? Кажется, у нас опять контакт. Надо а, посмотреть. Вот да, точно. Если кто-нибудь встаньте, там еще один этот молот. Стою. Я там пока не вижу его. Внизу. Еще и тигр. И хасковый. У нас точно артефакт один? Да не должен быть. Не, просто мы везучие. Умирай. Да так бывает, готов. Да. Все прекрасно. Там еще какая-то скотина мелкая жива. Кто-нибудь подготовьте патроны к нижней турельке, она почти пустая. Нижняя. Хорошо, я сбегаю. Готов. Блин, там. А почему не горит фонарь на пушке или этого? Все, пустая. Нижняя передняя пустая. Вижу, тварь. Отстреливаю. Нижняя передняя, да? Ага. Я поставил. Надо так. Пострелять. Отлично. Ага, надо спасибо, есть патроны. Кажется, готов. Контрольный. Готов. Готов. В смысле? У него хп еще остались. Че, серьезно? Вот теперь готов. Готово. Снаряжу. Я вроде попадал в него. Так, я пока на турельке посижу, посмотрите, у нас там ничего не затоплено. Смотрите по своему сонару. А что тут за интересный ландшафт, кстати? Я такого не видел раньше. Какой-то зеленого оттенка. Ну это зеленый. Мы ближе к центру подобрались просто. Ближе к центру очень разные оттенки воды появляются. Здесь, кстати, очень много руды, хочу заметить. Да, да. Не знаю, правда, надо ли нам что-то. Я вот тоже не знаю. Вы как думаете, Дэн, что можешь сказать, что по ресурсам у нас? По ресурсам, ну что, тут, основные тут есть. Хорошее место для копания, по идее. Основные ресурсы у нас, в принципе, есть. Можем добыть. Ну что-то надо нам, нет? Ну срочно ничего. Ну. Че, ну, будем копать? Давайте. Я, в принципе, могу. В принципе, можно немножко покопать. Давайте тогда. Место. Тогда хорошо, вернусь. Я прикрою вас пушек и заодно буду узнавать этот ход. Так, труп в порядке, отлично. Может быть, Тори найдете. Это бы нам помогло. Так, потом мы целые. Хорошо, тогда через нижний пойдем. Вот есть слева внизу должно быть много ресурсов. Сейчас я поплыву немножко. Справа поближе. От иллюминатора прям тоже много ресурсов. Если найдете Тори, я смогу разобрать эти урановые стержни. Кстати, и сделать. Хорошо. Матриарховый биокостюм требует меньше времени для делания, чем отравленного. Серж, если что, плыви направо, тут руды достаточно. Или слева, то, что ты говоришь, что есть. А ты где? Справа. Что?
Так. Немного справа, немного сверху. Я просто видел очень много слева как раз. Кстати, если ты в лодке, можете прям в лодке немного вправо подплыть, а то я что-то далековато от вас беру. Стрёмно, страшно. А где ты находишься? Или если справа от лодки. Так у нас же внизу есть вход, почему ты не войдешь? А, справа далеко, я руду бываю. А мне кажется, что намного больше ресурсов как раз слева. Я сейчас влево уплыл. А, ну я тогда сейчас добуду, что есть. Ну, я, по крайней мере, смотрел, когда мы плыли, там прям дофига угу. было. Я понял. Ой, я тут не заметил, я уже бог электроники. Поздравляю, я скоро буду богом механики. А у меня скоро плазмовец закончится. Сочувствую. Надо кислород, у меня вроде бы есть. Кислород, просто... он заряжается. Да, да, да. Все нормально, у меня есть баллончик. А это что такое интересное? У тебя много кислорода, заряжаешь. А, фингерплант, я думаю, нам это надо. А вообще удобно резак с собой таскать. Если мало кислорода, берешь, втыкаешь себе. Да. Такой НЗ, о котором обычно не задумываешься. Да. А, двигатель, пожалуйста, не включайте, а то я тут рядом плаваю. Да, ты специально хочешь убиться? Если вам не сложно, чуть-чуть вперед проплывите, ну, направо. Чтобы я мог проплыть там без опаса. Кристаллы надо добывать? Наверное, надо, я беру. Я конечно, понял, почему ты станешь богом механики, но ты ж так можешь и убиться. Могу, но я могу остановиться. А, ну, через бой. Идеал требует жертв. Да. Нет, не надо восстанавливаться. Только смотри, не убей. Я не говорю про читы, я говорю про медицину вообще-то. А. Все, мне пора восстанавливаться. А, вы отплыли, да, ребят? Нет? Нет, не отплыли. Никто никуда без команды не поплыл. Немножечко. Я тут слегка поработал. Так, у меня последний баллон, еще буду уже возвращаться. Не надо меня восстанавливать. Не надо меня восстанавливать. На меня Маргарет напала. Что? Ой, да ладно. Это мы же выяснили, что доктора боты плохие, но да. механики боты хорошие. Где, блин, налоксон находится на всякие пожарные? Что-то мне тут страшно. Да, когда копаешь, всегда страшно. Ребят, а кто-нибудь вообще смотрит за сонаром, нет? Нет? Встаньте, пожалуйста, на сонар. Да, ну серьезно, тут люди это рискуют. Нет, увы, не появится. Сёрф, тут целая пещера, и тут, кстати, хватает ресурсов. А, хорошо. Я надеюсь, тут какие крабы не живут. Могут жить. Осторожно. Ну, у меня дробовик есть. Работает прекрасно. И бинт. В этот раз у меня есть с собой бинт. Как можно, интересно, в изолированном гидрокостюме использовать бинт? Да уж. Ну ты там ручку достаешь из перчатки. Можешь еще задаться вопросом. Как ты достаешь ручку из перчатки при 1,5-километровом давлении? Отстань. Спасибо. Если начинаешь задавать вопрос, то можно задать вопрос, как можно переодеть костюм под давлением 1000 метров. Или как можно залатать лодку, в которой прорыв и в которую фигачит вода. Ну да, все-таки это игровые сложности. Так что лучше не надо начинать задавать вопросы, иначе это не закончится. Скажем так, прошло 200 лет, люди научились делать много хорошего. С другой стороны, а это точно вода? Ну скорее всего, да. Это ведь может быть и не H2O, а любая другая хрень. Какой-нибудь жидкий натрий, например. Ладно. Не знаю, на Европе вроде как вода. Ну да, как бы лед же.
Но лед бывает не только из воды. Кстати говоря, по современным данным, кажется, глубина 400 километров, глубина океана считается. Неплохо. У нас есть потенциал для развития. Да, мы пока только на 2000 метров доплывали, 2 километра, так, то есть. Окей, Google, где лодка? Насколько помню, люди вообще пока могут погружаться вот именно в костюме и при правильной подготовке где-то максимум 400 метров. Mm-hmm. Это на мягких костюмах или жестких? Я играл в какую-то игру про на эту лодку, про немецкую лодку. Там, по-моему, на 500 было максимум, и она прям вся трещала и шла, ну, в общем, по швам. Пока что люди могут, конечно, погрузиться на 400, когда они в барокамере сидят, пока подготавливают снаряжение у них там, кстати, с содержанием 1% кислорода в смеси. Серийные подводные лодки, по-моему, метров на 300 могут опускаться, не больше. Какие-то уникальные лодки опускались примерно на километр из боевых, а гражданских, как у нас там Марианская впадина, как там глубина. Километров 10-11, как-то так. Интересно, каким образом костюмы из сплава титана и алюминия здесь могут держать давление в 1000 метров? Потому что это титан и алюминий был найден здесь, на Европе. Он здесь, наверное, какой-то другой. Ну или обработан новыми технологиями. Не, ну чисто технически километровое давление не так уж и много. Я смотрю, ты никогда сам в лагу не погружался. Так, конечно, нет. Я погружался в обычный бассейн, в дельфинный, помню, сценарий обычный. У меня трещала голова по швам. Ну, я думаю, это жесткий костюм. Нет, это не из-за костюма. У меня был просто костюм дайвера. Обычный. Нет, я имею в виду, здесь костюмы жесткие. Да, они не мягкие, как дайверские. Да, скорее всего. То есть они не передают на тело давление воды. Только в таком случае можно плавать на такой глубине. С другой стороны, любое пробитие такого костюма должно тебя убивать сразу. Ну, либо оставлять глубокую протекающую рану. Ну, кстати, учитывая, какое тут давление, тебе струю воды из-за маленького отверстия прорежет насквозь мгновенно. Отправляемся, парни? Или еще покопаем? Если накопать, то есть возможность, я пока занимаюсь. У меня все забито. Ты здесь, внутри? Да, я уже в лодке. Я пока немножко проплыву, посмотрю, что там внизу у нас. Я пока в ящики перекладываю все. Если что, у нас вот ящики внизу с рудой. Пока надо баллоны пойти заправить. Короче, ты утопить решил? Что? Да я тут балласт пока занимался, мне тут утопить решил. Ну мы же погружаемся. Блин, вы не щадите этот гребаный фабрикатор, он уже, блин, в половину изъелся после последнего ремонта. Ну что, так электрика колбасит. Нет, фабрикаторы, они портятся только, когда на них что-то делаешь. Я оружие успел прокачать. Теперь я могу делать какое-то количество оружия. Мяу. Так, тут какие-то металлы, сейчас я вернусь направо. Может, посмотрю. Присоединить эти батареи, да? Просто у них тут это заряд 9000. Блин, а что это такое? Это живой или не живой? Непонятно. Так, нет, не живое, нормально. Я сейчас выйду, ребята, еще немножко тут металлов соберу. Я тут пока баллоны заправляю. Я, по-моему, тоже сказал. Нет.
какие-то кристаллы. Полусморез. Да. Ну, кстати, я не знаю, мы покупали скутеры подводные или нет, я вот не помню. Вот говорили мне не покупать. Покупали. Скутеры. Купили один, как минимум. Ну вообще сделать можно. Один в этой записи я ресурсы покупал, должны быть. Не, ну у нас они пока есть, но если мы внезапно соберемся все толпой плавать. А что это было? Что? Это кто-то пилился так? Это было ресурсы или это. Это я, да, пилю. Я ресурсы вышел. И если если скутеров не хватит, у меня при себе один есть. А, ну тебе же тоже нужен. С собой таскаешь. Ну, в ближайшее время я ведь никуда не собираюсь. Ну хотя да. Я просто скутер с собой не таскаю, нафиг надо. Я его в оружейном ящике таскаю. Ну, так называемый. Я тоже таскаю. Мало ли, вдруг бомбанут. Не, у меня там дыхательная маска, сварка и минимальные инструменты. И пару патронов к дробовику, чтобы застрелиться. С тех пор, как я... Два, чтобы не промахнуться. С тех пор, как мы начали играть, я смог себе позволить иметь один ящичек для меня и один для ведения боевых действий. Ой, я одним ограничиваюсь. Жалко терять. Там что-то шевелится, сюр, вдую в лодку. Иду. Большое? Слева сзади. Слева сзади. Я зашел. О, и вот, теперь точно зашел. Все, зашел я внутри. Ты мы сядь и зарелисуй. Спасибо, вовремя предупредил. Да я только хоть сонар посмотрел. Хоть кто-то у нас сидит на сонаре. А, это хаск, понятно, хасковый молот. Проверьте задний балласт, возможно, его повредили. Где он? Этот, убитый, да? Где-то на 8 часов он еще живой. Че, будешь стрелять из рельсы? Вот он. Если подойдет, идет, буду. А, все, так, все нормально. Готов. Пошли, уболтаем. Да ну, что-то он мерзкий какой-то. Я могу долутать там... его. Я как раз смотрите. О, давай тогда ты, если хочешь, полутать на сонар. Тогда я сяду на сонар, чтобы к нам больше ничего не приплыло. А ты, кстати, вот жало из кого тогда вытащил? Это из той скотины, которую мы искали в пещере, которую погиб Макс. Как понял. Это? Ну, значит, из них можно что-то толково вытащить, да? Прямо под лодкой, тебе прямо вниз надо путь. Мы спустимся немножко тоже. Ты через верхний шлюз, что ли, вышел? Макс, тебе надо было с нижнего выходить лучше. Я на верхнем шлюзе как раз таки и был, говорю. Ладно, не черт с ним, проплыву немножко больше. Где он? Тебе вниз надо достаточно далеко. Лучше залезь в лодку, я тебе рекомендую. И мы вместе доплывем. Серфакурат, перейдите его, пожалуйста. Где он? Где он? Внизу, внизу. Ты меня видишь? Левее бери. Да, мы тебя видим. Ты правильно, чуть-чуть левее бери, да. Вот теперь так, чисто вниз. Вниз, ровно вниз. Вниз. Да, вот так. Ага, вижу тварюгу. Давай, мы прямо над тобой. Прямо на стойке. Фига себе ты, брат. Уплыл. Хм, неплохо. Че там? Жало и яйца. О-о-о-о, не придавите меня. После того раза меня каждый раз, когда меня целится рецептор, меня напрягает. У нас моральная травма есть, я согласен. Да. У меня моральная травма, для меня это как скример был. У меня просто огромный взрыв на все уши просто пробежал. Мы что? Кого? Да, мы с Дэном пули немного позади и видели, как я там раздраконил. У нас контакт или ресурсы внизу, непонятно. Надо посмотреть. Что-то кстати, мелкое, что-то вроде хаска. А, да, я вижу. Сейчас плывем по маршруту, по контактному. Слушай, давай я пойду экипируюсь. Макс, ты еще не вылез из костюма? Нет. Посмотри, там под нами есть какая-то фигня непонятная. А, это наш рельсотрон. Можешь? Да, можно забрать заряд.
Ну, я думаю, ради него плавать особо не стоит. То есть вы хотите, чтобы я вместо того, чтобы смотрел на пушки, вылез вниз? Да ладно, попробуй. Не критично, да. Не, просто я подумал, мало ли артефакт какой-нибудь. Ну да, да. Там просто сигнатура какая-то, это наши заряды, похоже. Макс, ты на корабле? Да, я на корабле. Отлично. Я бог механики. Наконец-то. Когда станешь соточка, тогда можешь назваться богом. А пока что ты Я профессионал. Ну вот, профессионал. Назовешься богом, когда будет сотка. Если у меня хватит терпения ее качать, потому что дальше сотки качать пас. Макс, а мне кажется, тебе лучше сразу быть инженером, ты быстрее прокачаешь, а потом уже управлять начнешь. А у меня навыка тогда не будет. Какого? Управления. Вообще? Вообще. Ну там. Ну так у тебя нет навыка вроде электроники, нет? Электрики. Я почему беру постоянно капитана? Это, во-первых, потому что могу, в принципе, заменить любую роль, потому что ему даются стандартно плохие, довольно неплохие навыки. По всем, в принципе, предметам, кроме медицины. Плюс он может стоять на пушке спокойно, потому что у него какой-никакой навык оружия есть. И, в принципе, поэтому стандартно сильно. У тебя сколько оружия? У меня? Да. Сейчас гляну. У вас не надо. Оружие где-то там 31. Но это потому что... Ну это мало. У меня 56 сейчас. Я успел прокатить до 31. А я даже не знаю, сколько у меня оружия. 42, кстати, не так плохо. У меня 56. Где-то я столько настрелял. Не знаю, механику как-то везет сразу с навыком оружия неплохим появляться. Возможно. Вот, блин. Как, зачем это было сделано, я не понимаю. Ну, оружие, механика, но не электрика же. Интересно, увидим мы сегодня краба? Его тяжело увидеть. Кто у нас новичок по баратами-то? Кто там не знает, как выглядит? Да его нет сейчас таких. Я не то чтобы новичок, просто... Ну, имеется в виду, ну... А, неважно. Неопытный. Но знаю я тут не все, к сожалению. Не повидавший, да? Этого поправимо. Не нюхавший матню Молоха, да? Ну хоть матню, а не что другое. Молоха. После того, как затыкал его ножом. Не сражавшийся с акулями и тиграми, которые взрываются твоим взрывным грудным, когда ты один. Блин, я ж почему пошел, потому что я так уже делал и знал, что это точно должно, блин, сработать. А потом полагал сервак. Ну. Прекрасно. Жаль только, знаете, монстров много, но все равно вот разнообразие пока мало кого видим из тех, кто действительно вот добавился, да? А знаете, что самое грустное? Это было не ресилище. Угу. Ну там много было хасковых этих тварей.